Thank you.
Вот вы, наверное, пережили эту тяжелую войну Великую Отечественную, 41-45 годы. Сколько вам лет? Раз жил, значит, пережил. Ну, сколько вот вам сейчас уже исполнилось? 93. 93. Значит, вы были свидетелем всех этих ужасов. Да. А вы где во время войны были? Под Брестом. Под Брестом. Белоруссии, значит? Да. Вот в Белоруссии там погиб каждый третий. Да. Ведь, наверное, если убили каждого третьего человека, наверное, это можно назвать геноцидом. Вполне.